Смотри, кто самый лучший? Я самый лучший. Поражение 22-10-5. Самый лучший, самый лучший. Да там у меня 4 руинер, ты про что? Там 4 просто бездарей. Ты про что? Там... Там SF пятерка, блядь, луна бездарная, там знаешь что? Там на луне, керри луне, там на, не знаю, на 20-й минуте, блядь, один-то этот, сапог был. ПТ и, блядь, эта хуйня. Сапог, блядь, я его рот ебал. Два предмета было, блядь. Бля, мы проебали эту игру, отвечаю, блядь, мне кажется, мы её проебали. Ты видишь, кто в них, блядь, у них девочка, мы выиграли. Мы выебем их. Ты что, у нас пуст команда. Пуч, бля, как говорится, делает, бля. Бля, пуч, а ну газани на них, они охуели, что ли? Пуч, а ну газани-ка. Пуч, давай пукай, заебал. Ох, бля, ебать. Пукай, бля, заебал, давай. Боёба, а там двое стоят. Блядь, пизда. Мы, бля, как долбоёбы стали руну. А руну спиздил, хорошо, хорошо, пуч красава, пуч красава. Бля, пуч гениальный, брат. Бля, гуля, какой нахуй лес, ты чё, дурак, что ли? Так подожди, мне надо XP пасти по чуть-чуть. Я прям чуть-чуть лечу, чуть-чуть. Одна пачка и все, я ушел. Какая нахуй пачка, брат? Я не буду крипов пиздить, я не буду, я просто я чуть-чуть одна пачка. Я за тобой, блядь. Не надо за мной лезть. Бля, ладно, окей. Смотри, давай, 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 на. Пошли. Бля, чел просто, ну, бездарь полнейший. Давай. Я даже не знаю, чё... А, лол, а я не догоняю. Крипы, бля, крипы, а, чел тапа купил на первом левеле, что? И лахери. Надо замутить их, они меня раздражают. Пока в муть отлетают, ребята. Здорово, ребят, с вами Ник, сегодня играем на SF. Хотел я пораньше представиться, но... Вы видели то, что команда идиотов. Вопрос на миллион, и меня крип не занялся. Че, короче, играем со 100 плюс пингом, я считаю это круто, кайфово. Я в ахере из того, то, что чел на темпларке на первом левеле тапа купил. Что это сразу видно, чел прошаренный, не тупой, сразу видно. Короче, я собираюсь в этой игре собрать физического СФа. Я очень давно физика не собирал. Последний раз физический СФ у меня был года 2 назад, где-то я так думаю. А ну-ка, чмошница. Вот так вот сделаем. Я, конечно, понимаю то, что я дал это все под вот этот блецкий. Хорошо, дали. Ля, а может крип агрен... Ну крип, ну агренись. Ля, как же крипу похер? Как же крипу похер, ты просто не представляешь. Просто взбил бы этот хер, я бы дальше продолжил бы. Блин, темпларка вообще. Почему мне так везет? Ладно. А топларк вроде ластик была, если я не ошибаюсь. Опа, есть. Ля, если челы снесут ей... Замечательно. Хорошо. Все, он сдох. Он трупачок. А я говорил. Нельзя расслабляться, когда против вас играешь. Плюс байбек. Ай, пойдем, да вот познал ТП, что лес будет фармить теперь. Боже, как же, какой же я идеален, ноль ошибок. Кстати, иллюзия хорошо в двух случаях. Иллюзия! Тихо. Я сейчас на них, кстати, не ожидал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ля, ганг отряд на лоу хп служил, нормалек. Вот так вот. Ля, ну опять загрелась на меч. О. А темпларочка где? Темпларочка лесок фармит? Не, ну темпларки сгорела, жопа. У меня бы тоже сгорело, тем более чел бай нажал. Это очень сильно по нему читалось. Дезолятор какой-нибудь для пуша. Да, все же я не зря два варда купил. Бладсикер убил его, он молодец. Наверное, чтоб сам Блудсикер выживал. Хопа, хопа. Ой, плюс денежки за вышку. Как же я хорошо играю, без ошибок. Опа, 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 оп, оп. Слушай, так я три вышки подряд забрал, да? В принципе, мне нечего бояться, потому что у меня есть ультимейт. А ну-ка. Сларк.
О, куда молодой человек? Джентльмен. Ля, неужели он убежит? Че, попробуем, пойдем Никса убьем? Никс-то здесь-то у нас где-то. Где-то. Не понял. Никс. О, Никс. Никс, 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 Никс. Сейчас проверим его на читы. Меня видно, что ли? Идеально. Боже мой, как же все идеально. Короче, будем унижать Никса, потому что Никс мразь полная. Будем его взрывать только так, потому что эта крыса просто из инвиза выходит. Я его накажу. Ля, а че, чел на месте будет стоять? Ля, а че он где? Ля, капец. Ну ты дотик, ты мог просто подойти, ну, бежать на меня, плюс всех бы взорвал. Почему у тебя мозгов не хватило? Ля, он еще и бейбэкнулся. Капец, идиот на пудже, это просто жесть. Знаешь, что я могу сказать? На SF физическом в этом патче, что ли, приятнее почему-то стало играть. Раньше на физ-SF не так было приятно играть. По-моему, у него раньше не такая скорость атаки была. Он раньше очень медленно замахивался. Что-то произошло, как-то его подняли в патче, ловкость или что-то типа такого. Ой, найс, кстати, я раскайловочку оформил, проверяй. Ля, ну у меня руки затряслись. Я думал, что чел на Старке побежит за Бладсикером. Здесь конченая темпларка. На что расчет? Ля, на что расчет, дружище? На что расчет? Ля, вот чмо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же запинался хурькой. Боже, как же я хорош. Слушай, а у нас везде... А, нет, я думал, у нас везде Т1 стоят. Ну, нет, не стоят они везде. Боже мой, это так было легко ее убить. Я ее вообще не почувствовал. Я ее вообще не почувствовал. БКБ не потратил, Бладсикер. Можно себя здесь реализовать как-то, попробовать. Не сказал бы, что это прям невозможно. Но страшно, потому что здесь есть вот это чмо. Ой-о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 й
как я рисовал, да, это просто жесть. Это просто, я просто хотел сейчас делить игру, потому что эти божественные мисы, они слишком божественны. У меня слишком жопа горит от этих мясов. Сюда помоечи. В соляной сэвчике. Как же идеально я ультра скастовал. Я знал то, что нужно убивать Никсапиру. Ой, какая ошибка, какая ошибка. У них сейчас не будет на Т3 щита. Это такая ошибка. По 200 дэмэджа. И здесь дэмэдж с этого арта слаживается. Ой-ой-ой, я не могу. Это слишком, ну, слишком мощно, слишком. Я, кстати, в Bladesmail могу херачить врагов. Ребята, интересно, они дособирают там слоты, интересно, или нет? Он даже не успел среагировать. Да, чел на снайпере пока в помойку отлетает. Чел на снайпере или просто в помоечку. Боже мой, как же они все отлетают от моих вот просто от моих штук, выстрелов, не знаю, рук, не знаю, что сказать можно. Ой, ля, дружище, а ты хочешь уйти, типа, ты рили после того, как меня унижал, хочешь уйти, меня гангал, я тебя не отпущу. Ассальт Кирос. Или нет, стой, пускай сюда. Я просто хочу дождаться вот этого. Ассальт Кирос. Когда Ассальт Кирос ко мне приедет, там будет минус армор. Просто нереальный. Я быстро прибегу. О, я на туре как бешеный не жду. Да что расчет, да что расчет был на СФ, а с 5 кхп. Лучшие, ребят, лучшие. На что был расчет? Кто шарит, ребята? Это просто разнос. Я просто не понимаю, о чем говорить. Это слишком легко было. Ребят, ставьте лайки за такую игру на СФ. Хотите больше таких игр? Лайки, комментарии, все зависит от вас. Давайте.